Иисус, блядь, Христос, придется подождать 15 минут. Давайте как-то быстрее, и она должна быть горячей. Зацените тёлку, которую я шлёпал прошлой ночью. О, ха-ха-ха, очень смешно. Но она же симпатичная, да ведь? Ты шутишь, да? Это же подруга Тима, чувак. Ты шлёпал Сару? Я не знал, что у тебя есть девушка, старик, я... Ты шлёпал Сару? Это не круто. Не круто! Ты шлёпал Сару? Прости, старик, прости, я не знал. Может, я могу как-то это исправить? Никак! Никак ты уже это не исправишь! Вы опозорили мою честь, сэр. И я требую расплаты! Тогда приступим. О, да. Битва до смерти! Она толстая? Не думаю. Я тоже. Ты проиграешь! Никогда! Эй, вы тут, я хотел... Да блять! Я немного отвлекся. Эй! Господи, да что сегодня за день? Это прекрасный день для твоей смерти. Прекрасный день для смерти какого-нибудь придурка! Это прекрасный день для соседей. Что там? Где? Ах ты подонок! Стой, придурок! Эй, парни, я дозвонился. Вам пепперони или с колбасой? Пепперони. С колбасой, определенно. С колбасой-то зачем? Ибо колбасу ты увидишь в последний раз. Ну а ты встретишься с колбасой в аду. Ты поражен! И самое смешное, все это время я знал, что она твоя подруга! Нет! Это неправда! Это невозможно! Это сон? Отлично, чувак. Да. Только жаль, что Эдди умер. Что ж, он сам тебе бросил вызов на дуэль из-за девчонки. Да. Между прочим, я бы тоже выбрал пепперони. Да. Эдди! Сара? Что ты наделал? Я собиралась бросить тебя ради него. Прости. Он жаждет мести! Спасибо, точка зрения. Это сон? Кликаем сюда, сучки, чтобы подписаться. Вы сможете. Чуваки, я рад, что точка зрения дала мне ствол. Иначе эта битва имела бы... Я убью тебя. Очень затянутую форму. Подписывайтесь на новые короткометражки и друзьям расскажите. Ладно, пойду спрячь труп.